Здравствуйте, уважаемые студенты! Алматинский финансово-правовой и технологический колледж по специальности вычислительная техника и программное обеспечение. Преподаватель специальных дисциплин Нурбулат Хазайнара. По получении рабочей профессии тестировщик. Тема практика – создание сайта. Цель практика – научиться создать сайт в PHP-странице. Начнем сайт. Переходим на localhost PHP MyAdmin. Мы перешли туда, заходим на базу данных, создаем сразу базу данных. Например, так называем. Ну, можно назвать для сайта вот здесь тест 1 base. Сравнение мы выбираем UTF-8. General C, который универсальный, к любому языку подходит. Создаем, уже создана база данных. Мы можем на нее зайти и сможем посмотреть. Дальше сделаем, никаких таблиц нету, так что здесь будем создавать таблицу. Можно здесь подключиться, то есть создавать папку, назовем его functions и сохраним. Дальше заходим, здесь пусто, и новый документ текстовый functions назовем, и не txt, а php, потому что мы в php в программе будем составить сайт. Дальше сюда просто открываем. Здесь мы запишем, подключимся к нашей базе данных. Делается это очень просто. Можно расскажем в дальнейшем занятии. MySQL равно false. Начнем. Функция какой-нибудь одну, например, connect. Connect DB. Database — это обязательно база данных, чтобы составить базу данных. Дальше вторую назовем close database db, close db global. Наш этот MySQL i — это глобальный, поэтому мы назовем global MySQL e. Дальше пишем переменные, добавляем и пишем новый объект, например, new MySQL, new — это новый, да? Здесь указываем все значения, которые нам будут нужны. Localhost. И имя пользователя обязательно всегда будет root. Пароль нету. И дальше последним параметром передается база данных, к которой мы сейчас обращаемся. Мы создали этот тест 1Base. Здесь будем написать тест 1Base. Все. Теперь... Дальше сделаем мы вот так. MySQL improve, например, query. Установит кодировку. Называем set names. UTF-8, который, где мы этот открыли папку. Все закончили. То есть закрываем. Вот это с помощью следующего функции function close db мы будем отключаться в базе данных. Это очень важно, всегда нужно этот... если вы подключились в базу данных, обязательно нужно отключиться от базы данных, потому что для браузера или для вообще сервера запоминается каждый пользователь. Если пользователь не отключен, тогда... то получается все этот дополнительные ресурсы, если мы закрываем, мы не закрываем, тогда наш этот подключение, то в принципе будет global MySQL root и перемены, дальше назовем его close. Все что мы должны были этот всегда сделать, закрывать и открывать. Вот, все, ребята. Это
как создается в PHP странице сайт. Все мы это создали. Теперь для развития вам домашнее задание добавить несколько тег, которые изменяют дизайн сайта, составлять таблицу и работа надо с интерфейсами. С этим мы все закончили. До свидания.